Сегодня у нас 21 июля 2015 года. Вот мы и возвращаемся с детским православным лагерем Станом. Ходили за клубникой. И вот одна у нас девочка занемогла. Солнечный удар у нее был. И вот сейчас ее Игнатьевич везет даже. На велосипеде катает. Аня из Казахстана приехала. Вот. Вот так, красавица. А теперь смотри. Вон ласточки сидят на проводах. На проводах, смотрите, сколько ласточек. Уже здесь папа нам бежит. Выходи здесь. Посмотрите, как он умеет прыгать. Опа! Давай! Опа! Давай еще раз! Давай! Оп! Давай, давай, опа, вот как замечательно, ну-ка давай, давай, опа, ну молодец, ой, молодец такой, это верный, верный, Сергей Пупков, путешествие с ураганом, вот он как, смотри, ну покажи как, вот так, гляди, гляди, ну-ка, давай, ну-ка еще разок, опа, ну-ка давай, давай, давай. Опа! Замечательно, правда? А если вместе прыгнуть? Да, с ребятишками? А ну-ка давай. Вот куда встаньте? Подождите, рядом встаньте около него. Вот так вот, стойте. Ну так тогда и мне придется прыгать. Ну что, что, что. Так, подожди. Ну-ка давай, вместе давайте все прыгнем. Опа! Еще раз давайте. Опа! А кто больше прыгает? Ну-ка. Опа! Ну все, пошли. Молодец. А мы сейчас посмотрим, как шарик ползает. Сумеем мы так ползать или нет? Нет. А что не сможете-то? Воды подплете и сразу на огород. Малинку поберете. Под вас тут эти смородины. Ну ладно, ладно. Отойдите подальше. Куда дальше можно? Туда, туда. Туда можно, отойдите. А ты что у нас собаки? Ползи, ползи. Ползи, шарик. За три, за три. Ползи делай. Ну-ка ползи. Вот разворот делай. Давай, ползи, ползи. Ну-ка еще. Ну-ка ползи. Вот так, вот так. Ну кто так может? Ну, Нестор, Нестор, покажи класс. Ну-ка давай. Ну-ка давай. Шарик, ползи. Ползи. Он разворачивается. Ну-ка, шарик. Шарик, еще покажи. Покажи как. Ползи. Ну-ка. Ну-ка, давай. Вот так. Ой, молодец. Он просится. Возьмете его? Да! Можно мне его повезти? Давай, цепляй. Шарик, шарик. Пошлите. Вон там. Ну вот так, пойдете сейчас. Можете взять покупаться. Его засыпочку с собой. Он плавает здорово. Ну, давайте, с Богом. Ну, давай. Я стою здесь. Все. Это Тимович. Там, возле лагеря, вон той стороне, там знак сломан. Кто? Знак сломан. Сгнил. Сгнил? Ну, ладно, надо сказать. Сделают. Ну, все, ну, все с Богом. Отлично. С Богом. Ягода высохла, ничего, я ели досыта. Идите с Богом.